Привет, я Евгений Григорович, и прежде чем вы услышите эту интересную творческую композицию от учеников школы, скажу несколько слов о том, как это все возникло и появилось. Однажды на одном из потоков моего курса по импровизации я предложил ребятам формат группового задания. Это очень полезно для тех, кто собирается играть в бендах, в ансамблях, да и вообще очень развивает слух, чувство стиля, ну и, собственно, навык работы с музыкантами абсолютно из разных сфер. Как же родилась эта композиция? Ребята настолько увлеклись вот именно этой формой работы, что стали предлагать свои собственные идеи для групповых импровизаций. И вот идейным вдохновителем этого творческого задания стала Людмила Бухараева. Однажды, находясь на танцевальной тусовке одним летним вечером, Людмила настолько вдохновилась атмосферой, что предложила свой трек, написанный под влиянием, да, вот этой атмосферы, в качестве основы для групповой импровизации для учеников нашей школы. И сюда подключились ребята. В работе приняли участие Екатерина Яковлева, Арина Баранова, Светлана Жукова, Никита Шанович, Александр Балк, Анастасия Клевакина, ну и, конечно же, сама автор проекта Людмила Бухараева. Кстати, ссылки на ребят вы найдете в описании прямо вот под этим видео. Ну и по итогу ребята сделали очень классную такую творческую совместную импровизацию. И я этим действительно очень горжусь, потому что навыки работы в команде с разными уровнями, техники, приемы профессиональной импровизации – это все, что они впитали как раз-таки на курсе по импровизации и теперь уже используют в жизни, в творчестве, в музыке по-настоящему. А значит, мне удалось передать знания. И теперь в музыке станет еще больше талантливых музыкантов, и мы будем наслаждаться их творчеством и, конечно же, импровизацией. Без нее никуда. Итак, слушаем.
Друзья, не забывайте поддержать этот ролик лайком и поделиться в соцсетях. Это будет невероятной поддержкой для всех, кто принял в нем участие. Ну а если сами хотите развить творческие навыки, научиться композиции, импровизации и раскрыть свой талант, приходите ко мне в музыкальную онлайн-школу Григоровича. Все ссылки, конечно же, в описании. До новых встреч!